честь 550-летия казахского ханства в Уральске начали выпускать тетради с изображением исторических личностей. На обложках портреты ханов Кирея Жанибека, Аблая Аблайхаира, Раймбека и Сырема Батырова Сатаев Махамбета. Помимо изображения помещена краткая биография о каждом герое авторы. Идеи считают, что таким образом прививают школьникам любовь и уважение к своей истории и народу. Тираж тетради небольшой, всего 1500 экземпляров, но это только начало, уверены представители издательства. Они верят, что их инициативу поддержат. На школьных тетрадках, которые сегодня реализуются в торговых точках, чаще всего изображены бессмысленные рисунки. Мы же хотим, чтобы ребенок, взяв в руки тетрадь, получил полезную информацию, узнал для себя что-то новое. И, во-вторых, это ведь отечественный товар.